Всем привет, друзья, с вами Маркович, мы продолжаем играть в Littlewood. День 4 лет у нас с вами сегодня на дворе, на календаре, и, конечно же, начинаем мы свое утро с чего? Правильно, с почтового ящика, потому что там подарочки, как всегда, нам с вами прислали. Одно письмо и 150 денег Willow нам прислала, кстати говоря. Спасибо большое ей за это, еще у нас с вами денежки есть, конечно же, на рыночной площади, мы с вами их сейчас заберем. Плюс я вижу несколько, так, давайте сюда ко мне, зеленых друзей, которые пришли к нам в городочек, и явно они хотят нам что-то подарить, я прям в этом уверен. Да, еще плюс 10 денежек. А ты нам что подаришь, дружище? Ну-ка, давай. Да, боже мой, не бегать вокруг него. Поговорим с тобой, что ты хочешь. Слайм, Apple, ну тоже, в принципе, неплохо. Плюс один целый камень. Давайте-ка, знаете, что мы с вами сделаем? Мы не будем сейчас его убирать. Я хочу посмотреть, как со временем будет тут еще появляться что-либо. Я так понимаю, все-таки раз в пару дней тут камешек появляется. Я надеюсь, что что-нибудь редкое хоть когда-нибудь. Так, что у нас там по календарю? По календарю у нас с вами, по-моему, да, у нас дохрена свободных дней. Можно заниматься ресурсами, стройкой и так далее. Что у нас здесь? Заказ на еду, кстати говоря, и заказ на то, что наш пернатый друг хочет купить три... мы с вами тоже видели, у нас пока этих фруктов нет, к сожалению. Поэтому, чем мы с вами сегодня будем заниматься? Сейчас побежим, во-первых, в эту самую зайдем, в таверну в нашу прекрасную. Кстати, как там Зана поживает? Она у себя дома, что ли, где она тусуется? О, да, правда, давайте с ней поговорим, как она тут обжилась или нет. Иногда, когда Дад здесь слишком устает для прогулки, я несу его домой. Окей. Он очень милый человек. Ладно, держи в курсе. Что за комплиментом занято, а? Нашу новоприбывшую. О, боже мой, Морг, ты не должен говорить этого. Ладно, нормально. Так, погнали. Погнали. Нас путь сегодня сейчас в таверну лежит. Что у нас там продалось? Что-нибудь? О, да, плюс 50 еще дюдропсов к нам упало. Итак, у нас там реквестик один был. Да, мы с вами знаем этот рецепт. Вот он есть. Еще он там делается... Golden Bell и Potato. Давайте посмотрим, есть ли у нас с вами Golden Bell и Potato. Да, вроде все есть. Golden Bell забираем и Potato забираем. Сейчас давайте сначала смешаем это добро. Пэм, все, отличненько. Есть, еще можем с вами кучу всякого добра понабрать. Так, давайте морковок возьмем. Полпачки, давайте картошка полпачки возьмем. И еще немножко можно, в принципе, слайм-эплов тоже взять. Я думаю, что-нибудь да получится. Так, понятно. Ага, и из картошки и морковки ничего нельзя сделать, да? Ну и ладно, ну не очень-то и хотелось. Так, здесь у нас слайм эйпл идут, здесь у нас кэрот плюс слайм эйпл, опять же, кстати говоря, да? Плюс рыбка, здесь у нас... Ну, блин, пока капусту не буду тратить, потому что у нас ее не так много. Golden Bell плюс потейт тут получается, да? И, понял, сейчас будем набирать. Опачки, у нас какой-то с вами здесь новый рецепт Golden Tower. Окей, хорошо. А, это у нас из чего он там, получается, сделался-то? А, Golden Bell плюс Golden Bell, окей, ладненько, а как же потейта? Так, кстати, дайте, а знаете, что я сделаю? Я сделаю сейчас наоборот, я возьму Golden Bell еще тогда, пару штучек и парочку потейтов, вот так. Попробуем сейчас, а блин, так сейчас опять наверняка смешается, не то, что нам сами надо, да? Ладно, если я не буду брать так, если я возьму вот так, допустим, по очереди как бы, раз-раз и вот так, раз-раз, ну-ка, проверим. Блин, и все равно Golden Tower получается, да ё-моё. Короче, надо было брать по одному. Ну ладно, нормально, блюдцами наделали. Я думаю, не самых дешевых таких, знаете. Так что денежки с этого тоже получим. У нас там еще есть фруктики на деревьях. Но пока их собирать не буду. Давайте все-таки подождем, когда все оно сделается. Тогда уже можно будет, я думаю, собрать. Сейчас пойдем поговорим с нашими поселенцами. Что там у них накипело за все это время. Кстати, нам с вами нужно Зане поставить же ящичек с реквестами, да, где она сможет свои задачки оставлять нам. Точнее, просьбочки, скажем так. Строительный, значит, мод мы с вами заходим. И здесь вот такой вот деск тебе ставим. Все, можешь тут, собственно, писать свои пожелания, что там хочешь. Может быть, прям даже сейчас уже. Так, Moody Bed и 16 блоков от городской площади. Ну, это мы, в принципе, тебе можем устроить, конечно. 16 блоков от городской площади. Мне кажется, ты, наверное, попадаешь в этот... Ну, либо не попадает. Ну, благо, места много. Сейчас где-нибудь здесь расположим тогда поблизости, да и все, да? Раз так просит, нам как бы не жалко. Нам как бы-то и не жалко. Давайте смотреть билд-мод тогда. И что мы сами видим? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать. Ну, конечно, попадает. А если мы сделаем так? Стойте, подождите. Оп. И вот так. Это будет считаться или нет? Сейчас проверим. Так, ну-ка. В смысле? Ладно. Тогда просто поближе переставим все. Тогда ты у нас переезжаешь на другую сторону улицы. Давай вот прям просто напротив тебя поставим. Пока что сюда. Сейчас тебе немножко здесь тоже все добра раскопаем, чтобы ты могла здесь спокойно ходить. Хотя, знаете что? Нет. Я, наверное, поставлю куда-нибудь подальше. Вот сюда. Все-таки. Здесь мы с вами сейчас сделаем вот так вот. Я тогда
возьму, уберу здесь пару блоков еще. Ой-ой-ой, что-то пошло не так. Немножко не так я хотел их убрать, ну да ладно. Так тоже, кстати, думаю, давайте подровняем весь наш участочек, этот замечательный, да? Горы, это, конечно, прекрасно, хорошо и замечательно, но давайте для наших фолксов, скажем так, мы здесь немножко все тоже выровняем. Так, теперь что мы с вами делаем? Берем домик и давайте сюда вот в уголок. Чтобы никто не в уголок. Я надеюсь, это засчитается. Ну, типа, она сейчас довольно близко к таун-скверу живет. Как бы прямо около... возле него, считайте. Что у нас по доскам, кстати говоря? По бревнам, точнее, есть у нас бревна или нет? Две штуки всего лишь есть. Ну, маловато, конечно. Но давайте хотя бы пару штук сюда поставим. Вот так. Надо будет сейчас за деревьями, конечно, смотаться нам тогда с вами, чтобы там еще красоты навести. Так, ну что скажешь, теперь тебе нравится или все еще нет? Ну, мы тебя поселили прям близко к ней. Так, ну-ка. Во, отлично, плюс 100 денежек. Короче, куча всякого разного добра еще она хочет. Ну, как и все, в общем-то, понятное дело. Как и все. Давайте, наверное, сейчас что мы с вами будем делать? Ну, тут у нас пока еще ничего не поспело. Сейчас посмотрю, что у нас по итемчикам есть. Так, ну, дерева, как всегда, не хватает, да. Камня, в принципе, довольно много, на самом деле. Кроме вот этих вот загадочных блоков. Окей. Тогда с вами за деревом, наверное, отправимся сейчас. Только у нас сил еще много. Ну да, в принципе, много. Давайте, ладно, сначала поговорим со всеми. Посмотрим, что у нас там получится. Лаура. Мой любимый сезон — это зима. Нет ничего лучше, чем свернуться калачиком в темном... Ой, в темном, говорю, господи, в теплом пледике и с кружечкой горячего какао. У тебя есть любимый сезон, Морг? Наверное. Не знаю, я не помню. Я не помню. Так, с подружкой давайте, наверное, поговорим. Здрасте, Виллу, как поживаешь, как твои дела? Да, говорит, что портовый городок — это Делюка. Собственно, отличное место для того, чтобы посетить. Согласен, согласен, да, прикольно. Мне так нравится звук волн. Окей. Так, что там у нас с вами, кто-нибудь еще есть? Давайте с дедушкой поговорим, может, что-нибудь новенькое скажет, интересненькое. Дадли. Мне если нравится кушать все виды фруктов и овощей в Марктауне. Окей. Хорошо. Так, давайте к нашему... А куда рыцарь делся? Стопте. Стопте, рыцарь, ты здесь? Ой, мы ему еще тоже не поставили, слушайте. Мы ему эту корзину не поставили. Для своих запросчиков. Бам, все, теперь тоже можешь оставлять свои запросы здесь. Так, что там хочешь? Marketplace, 16 клеток. Понял, поближе к Marketplace тебя переселить надо будет. Сейчас займемся. Давай поговорим с тобой сначала. Леди Лаура показала мне музей. Это действительно превосходное зрелище. У тебя много талантов, Морг. Окей, и надеюсь, что он в один день найдет свои. Конечно, найдешь, дружище. Так, что там говоришь, тебя куда там переселить тебе надо? Поближе к Marketplace? Блин, а куда тебя селить-то здесь? А, ну вот, как раз-таки на место тогда... Опачки, это же что такое здесь? Это что такое? Не понял. Это как здесь оказалось? Так, ну-ка, надо убрать это. Ой, не то. Ай, не то. Не то сделал. Сейчас, так. Отмена, аборт мишен. Так, поднимаем. И нам нужно... Что нам нужно? Дорожка здесь. Как раз одна осталась. Все, во. Так-то лучше. Мы можем забрать вот здесь одну, кстати, да. А то и не одну, на самом-то деле. Так, разрешите мне, пожалуйста, задестроить вас вот здесь. Чихонько. Так, тебя бы я перенес на... Ай, хотя, ладно, хрен, нормально сойдет. Тогда сейчас тебя, дружище, сюда перенесем как раз-таки. Домик твой, да? Я думаю, ты будешь доволен. Так, давай мы тебя... Возьмем отсюда твой дом и перенесем поближе к маркетплейсу. Как раз таки здесь освободилось местечко нынче у нас. Все, теперь у нас с вами здесь живет рыцарь в сияющих доспехах. Давайте зайдем к нему, посмотрим, что он нам за это даст. Ну, точнее, денежки, естественно, плюс соточка, спасибо. Круглый стол он хочет. Нормально. Так, окей, давайте с пернатым другом поговорим тоже с нашим. Что-то, может быть, интересненькое выяснилось. Все помешались на этих почках и кофе. Эти мягкие и безвкусные штучки недостаточно хороши для меня. Я предпочитаю свой травяной чай и траве на тостах, если я в настроении перекусить. Окей. Так, ладненько, что-то пока нам никто ничего новенького не говорит. Ну ладно, с кем-то еще можно поболтать. Так, донаты, тра-та-та. Значит, говорили, здесь перенесли. Тут у нас что-то... Ну, надо зайти в наше место, конечно, замечательное. Здесь у нас здесь никого нет. Это Лада, дом Лауры, точно. Что тут у нас? Давайте смотреть, может, что-нибудь новенькое появилось. Ну-ка, да камон. Не хочу это покупать. Давайте мне что-то новенькое. Что тут можно задонить, так сказать? А, кирпичики, давайте. Все, отлично. Четвертая звезда, получается. Нам с вами нужно набрать еще две. Еще шесть, говорю. Всего шесть, нужно две еще набрать. Окей.
Ладно, как скажете. Я все-таки думаю, потом, наверное, ратушу, наверное, перенесем куда-нибудь, может, сюда, куда-нибудь пониже. Городской площади. Хотя пока она там нормально, в принципе, стоит себе, стоит, ничего не мешает. Но у нас там еще есть люди, с кем можно поболтать. С нашим друганом, с нашим новым друганом и еще с магичкой. И, кстати, давайте потом задоним, наверное, в воздушный шар что-нибудь. Дальтон. Я все еще не растерял свои способности к битве, знаешь. Если когда-нибудь этот темный волшебник вернется, я покажу ему, где раки зимуют. О, так я тогда, получается, буду героем Солимна? Понятно. Ясно, окей. Эш. Марктауни действительно замечательная таверна. Я каждый день там ем. Подожди, ты готовишь? Боже мой, ты что, во всем хорош, что ли? Ну, вообще-то да, ты что, не знал? Ладно, хорошо, окей. Так, давайте еще с Лилит поговорим теперь. Лилит, как твои дела сегодня? Солим — это огромный мир с мистическим прошлым. Я многого не помню своего прошлого. Все до того, как до магической академии как будто бы размыто в тумане. Ладно, ну чё-то окей. Так, что тебе нужно, дружище, сюда закинуть? Давай посмотрим. Блин, ну короче, все, нам с вами нужно ехать за бревнами по-любому. Давайте возьмем с собой Лилит. О боже мой, опять она страшное лицо делает, угомонись. Поехали со мной. Да-да-да. Сейчас поедем в лес. Бревна будем рубить. Такс, нет, вот сюда. Вендлис Форрис, пожалуйста, отвезите. И преимущество, наверное, обычно все-таки нарубим, потому что у нас реально их не хватает. Прям ничего толком не построить, ничего толком не сделать. Да, ой, как здесь много-то все, слушайте, сундуков и до хера, ну вообще здорово. Ну, благо здесь все можно под корешок прям врубать, но нас, правда, намного не хватит, к сожалению, потому что у нас не так много сил уже осталось. Но, возможно, придется парочку дней сюда полетать, знаете, так. Тем более сейчас дни свободные, у нас там никаких не предвидится интересных событий. Но я все жду ту, эту самую, вот эту дамочку, которую мы встретили в портовом городке, еще одну, то есть синеволосую такую. Что-то она вроде говорила, что зайдет. Ой, блин. Жесть, дропнулся в лесу прямо. Проморгал момент. Ну ладно, ничего. А мы прям там с вами очутимся, интересно, или где? Сейчас посмотрим. Было бы здорово, если бы да, на самом деле. А? О! Найс. Нас... Блин, Лилит ушла, да? Ну ладно, без нее справимся. А у нас, правда, не полное это самое состояние, скажем так, наше физическое. Но ничего страшного, сколько хватит, только порубим. Главное сейчас не проморгать. Заодно пойдем сейчас пособираем еще эти сундучки тоже, побегаем здесь. Вот, и побольше древесины собираем. Сегодня тоже обычный день, ничего такого. Ничего выдающегося, да, скажем так, нету в нем. Поэтому можем посвятить себя полностью сбором ресурсов. Ну что, неплохо порубили сегодня. Так, что у нас там получается по итемчикам? 61 дерево, завтра, в принципе, можно будет, я думаю, перекрафтить тогда с нашим другом Эшем. Да, он любит это дело, в принципе, поможет нам. Так, что у нас там есть? О, новые рецепты всяких кроваток и прочего, да? Лифи, блин, вот рецепты нужно покупать, кровати они все хотят. Ну давайте возьмем, ладно, уж так и быть потратим деньги, в принципе у нас почти 3000 было. Нормально, так, это что такое у нас? Кобальт тейбл, давайте возьмем, это что такое? Я думаю возьмем все, короче, потому что wallpaper всякие разные нашим этим вот товарищам, которые живут у нас здесь, это все пригодится. Найс, прям реально фулл пакет вообще рецептов, красота. И планки здесь нужны, планки, но мы их сделаем завтра. Так, у нас тут все подоспело, кстати, но у нас уже сил просто-напросто нету вообще что-либо собирать, поэтому завтра соберем. Давай сейчас на боковую, что у нас там по нашим... Сколько еще собрать нужно? Еще 4 по-прежнему штуки собрать надо. Окей, займемся этим, возможно, завтра как раз-таки. Вудкатинг у нас с вами 27 уровень, неплохо, в принципе. День, что лето, мы с вами продолжаем, конечно же, в том же духе, собирать, выбирать и так далее. Что-то у нас по письму, давайте посмотрим. 4 письма. Так, Golden Wood от Лауры, спасибо. За Вудкатинг, кстати, прислала нам от Willow. Пламбери, спасибо. Зана присылает нам монетку. О, вот это вообще отлично, спасибочки. И Терик присылает нам 100 денежек. Тоже, в общем-то, неплохо. Ну что, мы с вами сейчас занимаемся фармингом тогда, да, наверное? Фермерство. Опа, это что такое? А, это чувак в шляпе, господи, думаю, что это такое. Привет, Тревелер, что нам принес? Ой, капусточки, спасибо большое. А ты что нам принес? Пламбери, ну тоже неплохо. Такс, давайте зайдем в кофейню, тогда пробафаемся как следует на фермерство, я думаю, да? Фарминг нас интересует. Так, может быть, тебе тоже сюда закинуть что-нибудь? Давай закинем. Давай потихоньку будем закидывать везде, где только можно. Так, зараза, еще не ловится. Все, бегом собирать все это дело. Бегом собирать.
потейто. Сейчас, наверное, что-нибудь уберу я. Пару морковок, наверное, уберем мы с вами, да? Потому что реально их много получается, в принципе. Побольше капустки посажу там вот около своего домика. Так, что меня интересует? Меня интересует тогда здесь следующее. Сейчас я уберу эти три грядки. Пока что мы их уберем. Давайте вообще. Да, хочу убрать. Да, хочу убрать. Да, хочу убрать. Все, плюс еще. Получается, для морковки у нас... Ой, для этой, для капусты место освободилось. Так, могу не бегать на самом деле, ну да ладно. Build mod. Nature, nature, nature. Вот. У нас там еще есть, блин, кукуруза. Я бы тоже посадить на самом деле. Так, нет, не потейто, подожди. Капустка меня интересует. Раз, два, три. Во, идеально. Слушайте, грядка прям с капусткой получилась. Хорошо. Просто превосходно. Но корм мы сами тогда, наверное, уже потом посадим, когда у нас появится такая возможность. Я имею в виду, конечно же, когда мы сами закупим еще слоты дополнительные. Так. Голден все это собираю. Давай здесь тоже все пособираю быстренько. У нас уже бафт прошел. Ну, как бы ничего страшного. Что поделаешь, у нас все на все время не хватает. И я думаю, что этот баф должен уже гезеринг быть. Они, наверное, не фермерство. Фермерство чисто с грядок получается, остальное все гезеринг у нас. Есть у меня такое предположение. Так, что там у нас приехал еще? И тут обновилось, нет? Нет, пока еще ничего нет. Но, видимо, только в пятницу обновится следующую. Он вроде говорил, что по пятницам. Второй камушек выпался у нас сами, ничего интересного здесь как бы не появилось, вроде бы как. Давайте посмотрим на досочку. Так, забираем, спасибо. Опа. А, сундучок, ага, хорошо. О, два сундука, нихера себе, балдеж. Так, блюдо в таверне, это мы такое можем готовить, я надеюсь, у нас все ингредиенты. Вот она пришла, сейчас поговорим с ней обязательно. Так, дайте-ка мне, пожалуйста. Опа, еще для казины, чем монетка, зашибись, скоро поедем туда, значит, с вами. И новые обои, героические обои. Окей, спасибочки. Так, давайте приготовим тогда сейчас с вами блюдо, которое нас просили. Заберем еще также денежки за блюдо, которое мы до этого готовили. Так, раз, два, все, отличненько. Нас с вами просили приготовить вот это добро. Это получается пламбери плюс синенькая рыбка. Окей, сейчас заберем. Пламбери у нас с вами есть, и синенькая рыбка у нас с вами тоже должна быть. Вот она, отличненько. Давайте приготовим. Бам. Все, надеюсь, им здесь понравится. Потому что нам еще не все блюда продались даже, поэтому... Окей. На рыночке тоже давайте сразу что-нибудь выставим с вами. Так, что бы нам с вами выставить? Что бы нам выставить? Ну, овощи, наверное, какие-нибудь, я думаю, да? У нас их, в принципе, дофига и больше. А вот сорняков тоже много сейчас довольно-таки. Давайте сорняки продадим. Они неплохо так стоят. Все, хорошо, с этим разобрались. Все у нас продается, все у нас лежит где надо. Давайте бегом поговорим с нашим, возможно, новым персонажем. Скорее всего, у меня есть такое подозрение. Так, плюс дерево, кстати. Привет, Мэл. Ой, сразу можно комплименты ответить. Давайте сейчас поговорим. Эй, Морг. Здорово. Наистраннейшая вещь сегодня приключилась. Так, что же такое? Я продавала декорации, как обычно, в своем магазине, и... И один из моих клиентов сказал, что мэр Марктауна — это... также герой Солемна. Я зашла, чтобы поздороваться и сказать тебе спасибо за все, что ты сделал. А чё, жить-то у нас не хочешь? Нам бы торговцы пригодились, но только всего лишь один магазин пока, которым Дальтон заведует. Но такое еще разглядяй, знаю, что-то еще. Че, может, останешься? Я тебе домик построю классный, не? Да я думаю, останется, на самом деле, попозже чуть-чуть. Так, блюдо сделали, здесь все сделали. Ну че, нам нужно перекрафтить. Так, где Эш? Нам нужен Эш. Может быть, честнее поговорить? А, комплимент, конечно же. Марктаун на самом деле прекрасный город. Это так. Скоро нужно возвращаться домой. А, так он все-таки там типа живет основательно. Ну, знаешь, другие тоже основательно жили, а потом взяли и приехали. Дела идут не так уж и гладко. Окей, ну ладно. Так, ну что, комплиментиком зарядим, конечно, напоследок, так сказать. Ты действительно думаешь, что я мила? Это так классно, Морг. Типа так мило. Ох уж этот мэр, да, Марктауна, жесть. Всем комплимент отвешивает. Так, чё нам с вами делать? Пошли крафтить, где Эш? Эш. Пс, Эш, ты где? Где-то здесь, может, дом тусуется. А, нет, я, кажется, его где-то видел. Тихо, спокойно. Он, по-моему, где-то... Вот он, да, точно. Все, Эш, пошли со мной. Пошли со мной, нужно... Пора заниматься делом, так сказать. Пора пилить доски. Ты мне в этом, конечно же, поможешь. Так. О, я знаю, что мы с вами еще сделаем. Мы отсюда уберем дорожку, хотя я думаю, у нас там еще дома появится, поэтому пока пускай будет. Там уж если приспичит где-то, то заберем. Кстати, сюда может быть денег вкинуть надо. Давайте посмотрим, что тут у нас тоже. А, сюда доски нужны. Понял. Сейчас будут. Сейчас все сделаем. Так, ну вот у нас, собственно, уже силы кончаются. Давайте еще буквально пару досок.
оп, все, это последнее, мы устали с вами. Но в итоге мы с вами что-то напилили, да? 21 доска, маловато, конечно, но все, мы еще бревна остались. Так, давайте, наверное, закинем тогда. Бам, угу, все. Лучше будут строения, будет больше ресурсов потом, в конечном итоге, поэтому надо улучшать. Все, спасибо, Эш, давай, удачи тебе в твоих начинаниях. Мы пошли домой спать, и завтра еще у нас с вами один прекрасный 7-й летний день ожидает. Посмотрим, что у нас там будет. О, так, Смейл, 5-й уровень, неплохо. Крафтинг 29-й тем временем у нас, слушайте, ну хорошо. Сандэй, 7-й и день прекрасного лета. Все, поехали, смотри, что у нас там есть. Писем никаких нет. Ну, видимо, почему-то в этот день не присылают. Что у нас здесь? Так, забираем. Нас просят приготовить пудинг, по-моему, если не ошибаюсь, да, слайм яблочный, вот этот вот. Давайте рубанем. Так, что у нас здесь? Здесь давайте с Заной поговорим. Как себя ощущаешь на новом месте? Все ли хорошо? Ну, это опять то же самое. Она говорит, что когда Дудли устает, я наношу его домой. Окей, ладно, держи в курсе. Комплиментик. Ты так думаешь? Окей. Так, подружка, привет. Как твои дела сегодня? Почему-то я не могу ей больше комплименты делать. Что за фигня, я не понял. У тебя есть любимые овощи? Ну, она же тоже говорила, что она любит эти кокумбусы и мататосы. Окей, ладненько. Так, забираем денежки с продаж сразу же. Оп, найс. Давайте что-нибудь на продажу выставим. Овощи, наверное, да? У нас реально дофига морковок. Просто миллиард их. Примерно миллион где-то. А может быть и больше. Все, погнали сюда сейчас тогда. Сорняков что-то наросло жесть у нас здесь, конечно. Опа, ты как-то забрался, дружище, лол. Капец. Мы тогда можем, конечно, телепортироваться. В строй-моде, мне кажется. О, здрасте. Так, чё предложите мне сегодня? Плюс, спасибо. Мне как раз-таки нужно для готовки это дело. А ты мне что предложишь? О, грязька. Тоже спасибо. Так, забираем много готовки всякой разной. И здесь нас просили сделать... Чё нас просили сделать? А, вот эту, да, штуку, да. Два слайм-эйпла нам с вами пригодятся. Но у нас их много, мы прям можем все вообще взять и нафигачить прям вообще всего-всего-всего-всего вот так вот прям бам-бам-бам. Все хорошо, так, и что-нибудь еще давайте возьмем, может быть, так попробуем. Не мешается так. Так, что еще можем взять? Морковку. А? О, все, отлично. Ну, эту, думаю, штуку мы с вами оставим здесь. Куча всего приготовили, куча денег будет, плюс еще запросы выполнили, прям вообще молодцы. Все, убегаем отсюда. Давайте зайдем, наверное, в музей. Давно мы там с вами не были. Может быть, закинуть сюда что-нибудь? Блин, доски тоже нужны. Давайте досок закинем, пускай будет. Почему бы и нет. Так, здесь у нас что-то новенькое можем отвесить. Сейчас посмотрим, сколько у нас всего всякого разного, чтобы не ошибиться. Если что, мы с вами можем и кукурузу, в принципе, одну отдать, да? И можем... И теперь уже и капусту можем одну отдать, если что. Так, сюда требуется что? Сюда капуста держи, сюда что? Кукурузу. Ну, давайте отдадим хорошо одну. Все, замечательно. Пока больше новенького ничего у нас с вами, к сожалению, нету, но мы с вами еще это... Я думаю, здесь заполним все в свое время, конечно же. Так, ладно. Ну что, я думаю, мы с вами, в принципе, уже сегодня, так скажем, работали много и усердно, пилили, строгали и так далее. Самое время отправиться куда? Правильно, в портовый городочек. Сами знаете, зачем. Зачем? Возможно, с кем-то познакомиться. Так, нет, давай сначала, знаете, что сделаем? Забежим все-таки к себе на работу, как бы. Так уж и быть, для галочки зайдем. Может, что-то интересное появится. О, так, плюс одна рыба, вицел... Фу, нихера себе, дороже еще, ну давайте. Дедрос ван хендинг аут. Дорого, пока это возьму, пожалуй. Плюс один фиш спаун, ну давайте возьму плюс один фиш спаун. Пускай в нашем городке больше рыбки спаунятся, чтобы далеко бегать не пришлось. А, ой, стойте, забыл, самое главное посмотреть, то здесь что нам с вами нужно оставить. 250, ядрить, колотить. Ну давайте оставим, что делать. Надо, как бы от этого не убежишь. Нам уже с ними опять не хватает деревяшек. Жесть, как же они быстро тратятся, это просто невероятно. Ладно, поехали в портовый городочек съездим. Потихонечку тоже шар буду улучшать. Так, здрасте. Что тут у вас? Блин, я хочу купить курочку, может быть, все-таки попробую. Так, здрасте, с тобой нельзя поговорить, да? О, тут Мел, можно с ней поговорить. 250, ты вот куда, интересно, я ее дену за 250? Блин, дороговато. Ладно, пока не буду. Попозже это оставим с вами. Обязательно это еще посмотрим еще. Вот здесь можем улучшить, кстати говоря. Unlock. Так, вот это нужно будет. Это помощь для животных какая-то. Разблокируется. Те самые три здания, видимо, короче, которые там есть, стоят. Так, сколько у тебя кровать это стоит? RCB 200, блин. Это что такое?
Fish tank. Опа. Возьму. Спасибо. А это что? Пока не буду брать. О, новые овощи, новые овощи. Мы, кстати, можем их, кстати, попробовать выиграть. Так, давай сначала зайдем, наверное, сюда тогда. В заведение, так сказать. Потому что здесь есть вариант тоже что-то новенькое выиграть. Поехали. Итак, о, можно мне то розовенькое как раз-таки? Мне оно нужно. Ну почти, блин, ну конечно камень. Ну конечно камень, еще раз крутанем давайте, может повезет. Можно, пожалуйста, тот розовый фрукт? Розовый фрукт? Давай, Казиныч. Да, чтоб тебя, почти выиграли, ладно. Так, здесь что у нас сегодня? Здесь тоже можно выиграть фрукты, всякие разные овощи. Давайте попробуем. Попытаем свою удачку, что нам сегодня выпадет. О, так, смотрите, Eagle Plant. Eggplant, точнее, какое-то новенькое что-то. Давайте, ну, наверное, больше крутить здесь не буду. Давайте лучше здесь крутанем. Можно розовенькое, пожалуйста? Давай, на третий раз. Не, не упадет. Сачок новый зато выпал. Ну, тоже неплохо, кстати говоря. Ну все, на сегодня хватит, я думаю. Оставим монетки на следующие разы. Хорошего понемножку. Мы, в принципе, так неплохо зашли. Давайте поздороваемся с Мел, конечно же. Здрасте. Привет. О, привет, Морг. У меня довольно плохой день. Мой, короче, магазин трещит по швам. Все не очень хорошо. Но приезжай к нам в город. Я действительно не знаю, что мне делать. Ну, в смысле, что тебе делать? Берешь, приезжаешь к нам в город. Я тебе строю там дом, открываешь свой магазин. У нас там кипит жизнь. Делать прекрасные декорации, это, собственно, все, что мне нужно в этой жизни. Да, короче... Да. Я действительно думаю, что ты можешь построить магазин у нас в городе. Я, пожалуй, попробую. Да. Я пойду домой и соберу свои вещи. Мелс Хаус! Так-то. Я же говорил, должна была к нам переехать в любом случае. Так, тут все по-прежнему. Здорово, чуваки. Как рыбка? Клюет, не? Давайте половим тоже что-то немножко. Так, иди сюда. Начну, пожалуй, отсюда. Что за рыбешка у вас здесь клюет? А вот такая же, как у нас, в принципе, сейчас. То же самое. Абсолютно. Так, ладненько. Ну что, у нас с вами плюс еще один поселенец. Давайте здесь тоже рыбку половим немножко еще. О, Shiny Shell. Так, а здесь тоже Shiny Shell будет? С этой стороны, скажем так. Нет? Просто, видимо, повезло. Еще одна. Все, отлично, все выловили. Так, а мы можем... О, мы можем вернуться в город. Балдеж, слушайте, можно вообще через меню все это сделать. Такс. Ну что, у нас с вами еще наклевывается один поселенец. Давайте мы тогда сейчас посмотрим, где можно место надыбать. И, собственно, я думаю, рядом с площадью тоже где-то здесь поставим, да и все, да? Здесь можно, думаю, будет где-то впилить, в принципе, почему бы и нет. Что у нас там по дорогам, кстати говоря? У нас же мы же сами нашли вроде бы немножко, да, дорожек. 9 штук, ну маловато, конечно, но... Можно было бы как-нибудь отсюда... Вот так вот сделать. Примерно, знаете. Дорожку вот такую. Я думаю, можно здесь рядом дом поставить. Пока что там дальше разберемся уже, в принципе. То особо-то не горит. Так, ладно, давайте досмотреть. Где там новенький дом у нас получится. Сколько же домов-то, жесть. Так, Мелс Хаус. И у нас, конечно же, не хватает сами Фэнси Брик. 8 штук надо, охренеть. И Перфект Плэнк нужно 12. Тогда я знаю, чем мы с вами сейчас займемся. Мы с вами сейчас пойдем собирать все это добро. Так, ну да, да, так и сделаем. Сейчас поедем тусоваться в пещеры в эти замечательные Dust Cavern. И нам с вами нужно Fancy Brick, да? Fancy Brick — это сиденья руда. Вот такая вот руда. Сейчас мы будем ее здесь собирать. Надеюсь, она там есть. Чё-то как-то не густо вообще здесь, нифига себе. Так, Golden Wood, конечно, хорошо, но не то, что нам с вами нужно. Золотую руду вижу, но мы приехали сначала изначально за синий. Чё-то нету, слушайте, вообще не повезло, жесть. Ну хотя бы золотую давайте пособираем, она тоже пригодится. Почему нет? Давайте, насколько силы хватит. А, нет, тут одна залежь все-таки есть. Так, давайте копнем. Что-то мало как-то, не повезло нам сегодня в этот раз. Вообще жутко не повезло, сейчас мы с вами отправимся домой. Я могу уж прям так. А, лол, тут вообще зашибись. Слушайте, можно прям через эскейп и выйти, да и все два раза. И ты уже дома. Отлично, превосходно, не обязательно подбегать даже к шару к этому. Так, пошли крафтить. Эш, ты где? Ну что, на все последние силушки. На наши, я думаю, сегодня мы с вами накрафтим кирпичей. Давайте, благо, точнее, плохо, что у нас с вами мало руды. Я думаю, все устал, да? Все, нужно идти спать. Но у нас, в принципе, еще много дней впереди, поэтому мы с вами, думаю, успеем все это дело сделать. Так, спасибо, Эш, иди дальше своей дорогой. И мы пошли тоже спать, отдыхать. Завтра, я думаю, отправимся тогда еще раз в пещеру. Надеюсь, там будет руды этой побольше. Потому что, ну, действительно, хотелось бы уж построить домик, чтобы Мел переехала к нам. Так, крафтинг 30 уровень, хорошо.
И сегодня у нас с нами 8-й день, конечно же, мы с ними сразу, наверное, отправимся в пещеру, я думаю, да? Сейчас посмотрим, что там по запросам будет у нас тоже. Так, во-первых, ящик проверим. Два письма, кирпичик обычный и 100 монеточек от Лилит. Спасибо большое, Лилит. Давайте здесь тоже деньги заберем еще. У нас, видите, у нас урожай, блин, поспел, все в одно время. Ну ладно. Так, ну мы, правда, что в таверну сбегаем забрать... О, кстати, она уже у нас тусует, смотрите. Но мы, правда, тебе еще дом не построили. Придется немножко, видимо, поспать на улице чуть-чуть. Ну, конечно, можешь ко мне зайти, я могу там поставить кровать. Ой, стой, не заметил тебя, друг, ты такой прям слился, знаешь, с местностью. Да-да-да. Новые обои, класс, хорошо, так. Давай, дружище, с тобой тоже поговорим. Что принес нам? Плюс капустка, хорошо, спасибо. Тоже приятно. Мелочь, как говорится, приятно. Уже три булыжника у нас с ними есть. Теперь, короче, за ногу от тебя забралась, непонятно куда, на гору, зачем, да? Ну ладно. Что у нас на доске здесь? Так, забираем денежки. Матата у нас Зана хочет купить. И по-прежнему от, собственно, Бабси, или как там, да, его зовут, Бабси, тоже заказ. У нас появились новые возможности в посадке всякого разного добра. Но, видимо, придется еще, наверное, морковку ущемлять с картошкой и сажать что-нибудь другое там тогда. Ладно, посмотрим. Мы сейчас с вами в пещеру летим. Нам нужно срочно туда сбегать, собрать необходимые материалы и построить домик для... Как, господи, для Мел. Чё-то какая-то беда с рудой, короче говоря. Не спешат там, знаете, руду подкидывать. Не хотят, чтобы у нас Мел селилась, мне кажется. Давайте хотя бы золотую пособираем. Я вижу много ящиков, и нифига нету руды той, которая нам с вами нужна. Жесть, вообще нету. Как же не везет. Давайте хотя бы ящики пооткрываем здесь тогда, может быть. Что-нибудь дельное упадет, мало ли, знаете. Все-таки ящики, они такие. Может, повезет, да дропнется то, что нам с вами нужно. Но нет, чисто деньги упали. Но деньги тоже хорошо. Ладно, тогда я лучше, знаете, что сделаю? Я что-то сейчас ливну. Я ливну прям до дома. Вот, и мы с вами сейчас будем здесь заниматься делами. Давайте поговорим с Мел, скажем, что, ну, типа, сорян, пока с материалами не очень хорошо, но ты пока оставайся здесь, да. Да-да, когда ты построишь мне дом, я все-таки начну заниматься своим магазином. Это так. Тебе действительно нравится мой цветочек? Спасибо большое, Морг. Да, не за что, не за что. Обращайся. Так, я вот хотел поговорить с Заной, но она взяла, забралась зачем-то туда. Давайте мы, знаете, как с вами сделаем. Мы сейчас с вами построим здесь. Вот здесь. Бам. А, у нас, блин, нету. Жесть, не хватает материалов. Капец, ужас. Ужас. Давай мы тебя перенесем. Тебя перенесем. Чего? Не-не-не-не-не-не-не-не-не. Отмена, 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 отмена. Подождите, я не хотел так делать. Надо дестроить сейчас. Бам. Так, вот, все, грязька появилась. Теперь вот сюда. Вот сюда и вот сюда. Можно прямо так сделать. Все, супер. Погнали. Зана, привет. Как дела тебе сегодня? Что делаешь? Give item. А, мы можем ей просто так отдать его. Ну нет, мы сначала посадим, наверное, чтобы побольше у нас с ними было этого добра, потом будем отдавать. Дай мне знать, если тебе понадобится помощь, чтобы передвигать вещи в городе. Я довольно сильная. Окей. Как скажешь. Так, может быть, подруга нам что-то новенькое скажет сегодня. Ну-ка. Ага, понятно, опять про гоблинов, что они очень миленькие и все вот это вот, понятно, ясно. Тогда мы с вами делаем сейчас следующим образом. Мы сейчас идем за бафчиком, берем на фермерство баф. И что делаем? И, собственно, все собираем, что выросло. И, возможно, посадим что-нибудь другое, кстати говоря. Так, картофанчик, давайте. Раз, два, три, четыре, пять картофанов. Немножко морковки. Сейчас забежим еще в ратушу, может быть, там что-то появилось тоже. Может быть, еще парочку корпусов мы с вами выкупим. За денежки я бы купил, честно говоря, потому что вещь полезная. Нам с вами всяко пригодится. О, плюс дерево, кстати. Так, бегом, бегом, бегом. Блин, как же далеко наша работа от нашего дома. Ладно, не то чтобы очень далеко, но тем не менее. Ничего, да? Ничего интересного здесь. Ой-ой-ой, уже там какая-то необычная древесина нужна, это магическая жесть, что творится? Что творится? Ужас просто. Ну, давайте смотреть, что у нас по грядкам будет получаться. Так, с грядки, у нас есть вообще еще земля, кстати говоря? Нету, понял, тогда нужно работать с тем, что есть. Ну, во-первых, у нас с вами даже и слотов как бы не свободных под это дело, под все, да? Что по деревьям? По деревьям у нас все нормально. Так, теперь сюда идем. Корн и... Эггплант. Ага. Но у нас 14 из 14. У нас есть 5 штучек. В принципе, мы можем где-то, я думаю, давайте так. Давайте, наверное, берем 2 морковки. Вместо 2 морковок мы с вами посадим... Эггплант, наверное, я думаю, да? А мы можем что, сажать прямо вообще везде, что ли?
прям пофигу, где он будет расти. Я думаю, здесь на грядках можно только. Ладно, давайте так. Все, убираю сейчас. Убираю. Мы с вами убираем одну картохину. Убираем. И две морковки убираем пока что. Пока что так. Вот, и сюда сейчас будем высаживать это добро. У нас ведь там с вами еще, помимо экплант, еще есть корм. Давайте хотя бы вот так корм посадим. А, одна штука есть как раз-таки, нормально. Нормально. И посадим экплант еще раз. Не-не-не-не-не. Экплант еще, пожалуйста, бам. Все, пока так. Пока так будет расти, всякое разное. По деревьям вроде бы все, да, у нас с вами. По деревьям мы с вами какие были, такие посадили, в общем-то. Да, это у нас есть, это есть, это есть, это есть, это... Ну все, все, тогда так. Тогда пока так оставляем. Ладно, будет немножко больше разнообразия. Что у нас там в таверне, кстати говоря, творится? В таверне мы же с вами заходили, да, сюда, правильно? Да, да, мы с вами заходили сегодня, все нормально. Окей. Ну что ж, еще один день прошел, подошел, точнее, к своему концу. Мы с вами отправляемся спать. И завтра еще раз попробую сбегать в пещеры все самые. Ну, надо дом строить, уже человек там приехал, тут тусуется у нас в городе. Мы тут пообещали, мол, приезжающий будет хорошо, а тут как бы материалов-то нету, немножко не хватает, да? Нехорошо получается, конечно. Ну ладно, у нас с вами уже 9-й день лета. Так, что у нас с вами здесь? Сейчас деревья все плодоносят, там что-то приехало даже, да, какие-то подарки приехали. Так, корн еще, спасибо. Ага, вот эти героические штуки. И еще две монетки, кстати говоря, для Казиныча. Балдежненько. Так, гоблин, здорово. Что принес нам в сей раз? Угу, морковка, понятно. Ну, ладно, морковка тоже сойдет. Давайте здесь сразу что-нибудь тоже. Сорняки, может быть, кстати говоря. Может быть, и сорняки. По 25-то нормально, мне кажется, да? Неплохой ценничек у них. Хорошо. Так, Мел, сейчас, подожди секунду. Мы сегодня попытаем еще счастье еще раз сбегать в те самые пещеры, возможно, повезет. Так, ну сегодня, по крайней мере, здесь есть что-то. Хоть, может быть, не так и много, но уже на пару, скажем так, кирпичей мы сами насобираем, и это уже радует. О, и даже дальше есть, ничего себе. Так, хорошо, ладно, ладно, может быть, еще. Да, слушайте, правда, сегодня прям день, видимо, этой руды, да, в этой пещере. Это мы, как говорится, с вами удачно залетели, все. Больше ничего нету. Кирпичи пока обычные собирать, камень, точнее, не буду, потому что у нас с вами, в принципе, добра хватает. Давайте проверим, что здесь внизу, может быть, что-то есть. Не, все, все собрали, окей. Возвращаемся домой, сразу бежим крафтить тогда. Давайте. Эш, пошли. Время работать. Блин, бедняга Эш, мне кажется, мы так его уже заколебали. Каждый раз его сейчас беру. Собственно, на прогулку до наших мастерских, скажем так. Ну, что поделаешь. Сам вылился помогает, собственно, вот теперь давай. Так, погнали кирпичи делать. 6 штук мы с вами сейчас сможем сделать, нормально. О, бонусный темпчик упал, хорошо. Еще бонусный темпчик, хорошо. Итого, сколько у нас с вами кирпичей сейчас? 11 штук, отлично. Я надеюсь, сейчас всего хватает. Пошли посмотрим. Так, меня интересует билд мод сейчас. И домик, конечно же, для нашей новой подружки. Так, Мелс Хаус. О, все, отлично. Мел, тебе повезло несказанно, просто вообще невероятно. Мы сейчас рядом пока с Заной сюда поселим. Будете вместе тут жить. Проживать, добра наживать. Возможно, потом ты что-нибудь даже у нас откроешь здесь. Так, все. Давайте с ней поговорим. Все, чувак, спасибо большое. Дальше я сам. Дальше я сам. Давайте зайдем в домик, наверное, сразу же. Так. А вот и Мел. Этот дом просто превосходен. Я не знаю, как ты сделал, Морг. Выглядит так, как будто ты хорош вообще во всем. Ну, возможно, так и есть. Я не могу запустить магазинчик. Что такое? Прости, я все еще немножечко разочарован из своей неудачи. Я хочу доказать своим друзьям и родителям, что я могу, собственно, все сама сделать. Ты действительно думаешь, что это шанс для меня? Да-да, старайся лучше. Окей, Морг. Я разработаю лучший магазинчик декораций, какой я только могу. Ну все. Вот успокоилась. Ага. Завтра у меня будет новый чертеж для тебя. Окей. Комплиментик. Да-да-да-да-да. Все, давай, пока. Удачки. Ну все.
сделали свое дело, так сказать. Можем гулять смело, да? Ну что ж, мы прям очень на сей раз неплохо потрудились. И плюс еще один поселенец у нас в городе нашем замечательном. Плюс какой-то там будет, видимо, магазинчик у нас сами еще с декорациями появляться, что тоже очень здорово для нас, конечно же. А, кстати, ей сразу, наверное, можно это поставить, так сказать, досочку запросов, да, чтобы мы знали, куда она там что хочет переехать, не переехать и так далее. Так, где тут есть... Вот, все, деск, держи тебе деск. Туда можешь кидать свои письма, так сказать. Все, мы с вами уходим. Поэтому на сегодня мы с вами закончим. Я думаю, всем спасибо за просмотр. Не забывайте комментировать, нажимать на колокольчики. Мы с вами, как всегда, увидимся. Всем до скорого и пока-пока.